только лучший таксопарк, только такси-хайп. Ждем именно тебя. WhatsApp и Telegram в описании. Приходи, подключим тебя за 3 секунды. Выводить будешь бабки, когда захочешь, ежедневно, ежечасно, ежеминутно. И у нас очень крутая служба поддержки. Жду, пиши. Вот какая девушка пришла ко мне. Какая ты... В голову почему-то пришла фраза из кондитерской сладкая, но я скажу, какая ты красивая. Привет. Привет, привет. Как дела? Какие руки холодные, вроде лето. Что ж такое-то? Да, я мерзнешь? Немножко переволновалась перед встречей. Ты просто лучше, чем... Ну давай, давай, папу краснею. Спасибо, лучше, чем на сайте. Ну да, я ожидала. Ну, класс. Ну, спасибо тебе большое. Спасибо. Я, ты знаешь, вот вроде мне лет уже много, да, а я все равно, когда говорят комплименты, таю. И я тебе могу сказать, что так делают все мужики, даже если не показывают. То есть они сидят такие нахмурившиеся, брутальные, и когда их все равно им говоришь какие-то прелести. Ну, конечно же, тоже любим не только, хотел сказать, животом, потом почему-то кишечником. Я при виде тебя тоже немножко, видишь, под это самое, под потек. Ты скажи мне, пожалуйста, как настроение у тебя? Вообще супер. Хорошая? Скажи, какие у нас планы? Планы у нас какие? А планы у нас следующие. Может быть, погуляем? Слушай, там что, дождик накрапывает? Чуть-чуть. У меня зонтик есть. Покушаем? Я проголодалась. Покушаем? Да. Может быть, покушаем. Ну, давай, я не против, в принципе. Если у тебя аппетит хороший. У меня хороший, тоже хороший, да? Не вопрос, поехали в Рестик тогда какой-нибудь. Uh-huh. Да, и там поболтаем? Да, познакомимся как раз. Ну хорошо, ну поехали тогда. Сейчас только посмотрю, куда мы поедем. Что-нибудь выберу. Слушай, а пока я ресторан выбираю, давай, знаешь, как сделаем еще? Я сейчас... Ну, мы все люди взрослые, да, всем все понятно. Симпатия есть, ресторан намечается, давай я сниму номер в гостинице, и мы после ресторана тогда с тобой поедем в гостиницу. Отличная идея. Я прям... Че, правда? Да. Отличная идея? Ну-ка, почему-то я плохо слышу, скажи еще раз. Ты расслышала? Отличная идея. Ты поняла, что я сказал, да? Ну, конечно. А, ну прекрасно. Слушай, есть один нюансик, сейчас одну минуточку я... Давай, давай. Позвоню и сразу мы с тобой... Давай, я пока решим, посмотрю, да. Что я пока гостиницу закажу, ресторан посмотрю какой-нибудь поблизости. Сереж, привет. Слушай, ну все классно, вот я сейчас на встрече, и да, мы договорились. В общем, ты как, там готов выходить? Супер, да, да. Но сначала ресторан, потом гостиница. Все, класс. Давай, целую, пока. До встречи. Я сначала не очень понял, а потом как понял, это же мы сейчас про эту ситуацию говорим, ну, про ресторан и гостиницу. Да. А что там за... Ну, я сейчас объясню. Что там за Сережа? Сережа – это мой парень. Сережа, он все знает, он все мой. Но ты не пугайся, ну, блин, мы просто... Ты не пугайся? Ну хорошо, а удивиться можно? Да, ну мы... Ну хорошо, считай, я не испугался, я типа удивился. Ну, я же тебе понравилась. Ну, конечно, я... Ну, вот... По мне не видно. Мы просто, ну, блин, нам сложно искать так открыто. Ты нам очень понравился, мы когда на сайте смотрели, вот. Ну, третьего сложно найти, может, ну... Это, я так понимаю, не про собутыльника сейчас речь идет, про третьего. Нет. То есть не как в Советском Союзе, сообразим на троих, да? Ну, я думаю, что он тебе тоже понравится. Ну, я не очень понял просто, зачем я ему должен понравиться, но... Ну, так. Ну, слушай, может быть, тебе интересно будет разнообразить свою жизнь, если ты никогда не пробовал, ну, как бы такой новый экспириенс, скажем. Нет, ну, экспириенсы у меня, конечно, были, просто очень неожиданно ты, ну, понимаешь, да, я ушел на свидание с девушкой, а пришел на свидание не только с девушкой, нет, ну, как все-таки непредсказуем, не будем называть название этого сайта в суе, своими
интересными историями. Ну, я не хочу тебя там обидеть, да, или как-то, ну, ты, если, ну, ты подумай, как бы. Нет, ну, я честно тебе могу сказать, что мне ломаться? У меня было многое в жизни, и ты мне реально нравишься, поэтому если, скажем так, меня не будут, я не знаю, не будут стучаться в мой двор с черного входа, то как бы я готов, вот, готов. Не будем, мы все обсудим. А, ну, ничего, ну, тогда я, конечно, что, не против, тем более, что, ну, а что такого-то? Ну, вообще нормально. Слушай, ну все, ты сводишь наш ресторанчик, и мы потом поедем в гостиницу. Может, у меня опять со слухом какая-то история. Сводишь нас в ресторанчик, а потом поедем в гостиницу? Ну да. Ништячок. Я свожу вас с парнем в ресторан, а потом поедем в гостиницу. Хорошо, а давай, может быть, мы тогда наоборот? Я пару виагры вкрутил, мне нужен кефир слить. Ну, потому что мне кажется, что шпили-вили, когда объешься на сытый желудок, не очень хорошо. Давай, может быть, мы сначала сходим в гостиницу тогда, поменяем планы, а потом сходим в ресторан. Я просто проголодалась, но смотри, просто там мы познакомимся поближе, ты познакомишься как раз с Сергеем и обсудим все нюансы. Имя еще такое. Сергей. Меня тоже немного. Тебе смешно, а мне... Ну... Тебе просто смешно или это какой-то... Да это же... Развод для лохов. Просто... Или это все-таки какой-то... Я привыкла, что люди... А, реагируют так? Да, я понял. Просто, знаешь, я говорю, не очень легко найти... Да, не очень легко найти... человека, который будет водить вас в ресторан, я понимаю. Ну, слушай, я не... Нет, да, я понимаю, прекрасно. И я, ты знаешь, что я тебе могу сказать, что я человек действительно искушенный во многих темах, в том числе в темах «утром деньги, вечером стулья». Много раз, делая предоплату, за многие вещи, не касаясь даже нынешней ситуации, за многие вещи, много раз я не получал желаемого, кроме надежд и все, точка, понимаешь? Поэтому очень верю, что твой Сергей красивый и симпатичный, и ты наверняка тоже можешь выдать, так скажем, что-то положительное в процессе, но я, наверное, все-таки не соглашусь вот с вариацией сначала ресторана, потом гостиница. Если ты все-таки найдешь себе силы голодные поехать в гостиницу вместе хрен с ним, с твоим Сергеем, то мы поедем. Но если ты все-таки не хочешь менять план, вот именно этапы плана, то я, наверное, скажу нет. Я скажу нет, и, наверное, я понимаю, почему вам так нелегко найти третьего. Да? Ну, мне кажется, что таких надо все-таки вот как-то еще умудриться найти. Я вот не готов рисковать, честно тебе могу сказать. Очень красивая замануха. Вот ты красивая, и замануха красивая, но... Пожалуй, я пас. Блин, жаль, что ты отказываешься, но мы могли бы повеселиться. Могли бы. Ты, ну, прям точно, да. Я тебе сказал, вот вариант такой. Если не пойдет, то, соответственно, женек тоже не пойдет. Ну, прости, если чем-то. Ну, ничего, ты красивая. Сергею повезло. Ну, если передумаешь, ты знаешь, где меня найти. Знаю, да. Пока-пока. Не так я хочу кекса, чтобы, сломя голову, отлистать в ресторане за парочку эту. Ну, то есть, вы понимаете, да? Я же не буду сидеть и говорить: парни, давайте так, вот по одному блюду ценой максимум 1000 рублей закажем, и типа на этом все. Я же так не буду говорить, да? То есть мы сидим, они будут заказывать. А ты что будешь, дорогая? Я сегодня смотрю на ризотто с тигровыми креветками, у которых в заднице французские улитки виноградные, фаршированные, приготовленные поваром, который приехал именно сегодня в этот ресторан из другого ресторана, 12 тысяч звезд Мишлен, чтобы приготовить вот эту шляпу. И она стоит всего 13 800. То есть там счет, блядь, на полтос. Они такие: ой,
так вкусно было, спасибо, Жень, сейчас мы в туалет пойдем, она пошла пописать, он покакать, оба слиняли, я сижу со счетом в полтос и думаю, нихуя себе потрах, вообще заебись просто, ух, вот это тройничок, блядь, так меня не ебать с самого, блядь, детства, вот прям так вот мне придется, наверное. Короче, все это может быть и не так, но я не готов рисковать даже ради такой девочки. Вот я бы ей поставил 10 оценочку. Даже 12. Стройная. С бюстом. Ну и у меня на всех лавандоса не хватит, друзья мои. Я понимаю, если бы я был, блин, Дональдом Трампом или Илоном Маском, я бы мог рисковать. Вон Маск, шикардос, у него 8 детей официальных, 12 неофициальных, у Трампа 7-10, блядь, заебись, можно... Но я не такой, пока, по крайней мере, но я к этому активно стремлюсь, друзья мои. Вот пишите мне, душный я хер, жадный, который просто про... Такой тройник офигенный. Или правильно сделал Женек, скажи. Женек, по ней все видно. Или не все по ней видно. Или по мне, сука, все видно, что я Скрудж Макдак душнила поганый. Пишите, пишите. И, кстати, ребята, вижу большое количество людей, воспользуясь моим подгоном по заработку. Вижу ваши сообщения, все читаю. Рад, что стратегия вам зашла, и уже многие начали зарабатывать. А кто еще не смотрел, переходите скорее и пользуйтесь, пока работает. Кликайте вот прямо сюда. Вот сюда, либо переходите по ссылке в описании, смотрите ролик и начинайте зарабатывать по 10 000 рублей в день без вложений. Всем спасибо, всем пока.